Два десятка русских, европейских и азиатских шлемов, кольчуга, арсенал стальных мечей, боевых топоров, луки со стрелами, тяжелые древнерусские щиты. Такого разнообразия образцов ратного дела не встретишь даже в музеях. Это называется доспех ламеллярного типа. Ламелла – это пластина. Кожаные пластины скрепляются между собой шнурком. В стародавние времена такие доспехи считались самыми легкими и по прочности уступали только кольчуге. В ламеллярах сражались кочевники, вожди германских племен и солдаты римских и византийских императоров. Когда воин в нем движется, он мягкий. Но при ударе снаружи пластинки упираются друг в друга, и удар останавливается, он сразу становится жестким. Точно такое же устройство имеет современный мягкий бронежилет, который носит наш спецназ. Александр Блинов – создатель и руководитель военно-исторического клуба «Белый кречет». Все, что представлено в небольшой комнате, сделано руками его воспитанников. Программу, по которой занимаются дети, Александр разработал сам. Он преподает им историю, обучает русскому рукопашному бою, восточным единоборствам и стрельбе из лука, что, по его мнению, развивает у детей решительность, отвагу, укрепляет их физически и духовно. Как держат стрелу? Нет. Нет, только двумя пальцами. Вот так. Давай. Сейчас прицелись. Прицелись. Готово? Да. Оружие не настоящее, но вести бой тяжело. Показать красивый поединок получается не сразу. Ген, клинок впереди должен быть, понимаешь? Впереди. А ты все время пальцы подставляешь. Почему я сказал тебе пальцы береги? Давай, бой. О! Занятия в кружке бесплатные. Чтобы у клуба были средства на существование, воспитанники вместе со своим руководителем принимают участие в исторических фестивалях и реконструкциях, выступают в доспехах и с оружием, которые сделали сами. Организаторы таких мероприятий платят им около 20 тысяч. Поставив производство доспехов на поток, можно было бы заработать гораздо больше, говорит Александр, но тогда не останется времени на работу с детьми. А он, как бывший военный, уверен, без знания истории у подрастающего поколения нет будущего.